Доброго времени суток, YouTube, уважаемая психологическая комьюнити, уважаемые видео и аудио слушатели моего канала. Буквально несколько дней назад было у меня анонсировано новое видео, новая услуга у нас на сайте — онлайн-диагностика от лаборатории психологического обеспечения. Буквально это вот на днях произошло. И в продолжении своего предыдущего видео я хочу еще раз подчеркнуть: нас на сайте 12700 с лишним человек. Господа, дамы, это действительно бесплатная онлайн-диагностика от лаборатории. Сейчас мы с вами находимся на странице нашего сайта 9.3. Каждый из вас, уважаемые коллеги, просто видеослушатели, может зайти на эту страницу и пройти быстрое онлайн-тестирование, оценив свое психическое здоровье, а через него опосредованно оценить качество своей жизни. Всего лишь чуть-чуть на странице А4, две трети от этой страницы, здесь изложено текста. Я вас призываю, уважаемые подписчики моего канала, зайти на эту страницу. Мне очень важно понять, как это все будет работать, вообще будет ли это работать, стоит ли продолжать эту работу. Ну, в общем, вопросов, признаться, очень много. У меня к вам просьба зайти и бесплатно, бесплатно, еще раз подчеркну, пройти вот эту самую диагностику. То есть сделать над собой маленькое усилие, даже не усилие. Все это выглядит действительно, если не как игра, то как такое буквально 2-3-минутное развлечение, отдых, игра, как угодно это можно назвать. Поиграть со своей семьей, поиграть со своей, там, я не знаю, дочерью, сыном, супругой, супругом и так далее. Пройти бесплатную диагностику, онлайн-тестирование. Это не займет у вас много времени, буквально 2-3 минуты. Оценка качества жизни как один из важнейших показателей жизни человека, что не получается, что не происходит. Уделите немножко времени своей душе. Здесь по ссылке, вот если нажать на название этой страницы, вы попадете на аудиоинструкцию по прохождению этого самого тестирования. Там фактически изложено только голосом, для слабовидящих людей, возможно, то же самое, что изложено вот на этой странице. Немного текста и несколько интересных действий от вас. Выполняете то, что здесь изложено, отправляете непосредственно нам, мне, моим коллегам, мне, и, соответственно, в ответ получаете полноценную оценку в цифрах, возможно, качества вашей жизни. Такое вот короткое видео. Раздел нашего сайта, еще раз подчеркну, 9.3. Онлайн-диагностика. С просьбой к вам обращаюсь, уважаемые подписчики, пройти эту диагностику. Спасибо за внимание и всем удачи!